Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру по названием Секира. Так, продолжаем. Мы с вами остановились, то, что мы добрались до вот этого вот местечка. Мы с вами отхилились, а это значит, что можно продолжать. И все восполнили, значит, и враги тоже восстановились. Ну, нам это никак не грозит. Так, нужно сначала изучить вот это место, куда мы пришли. Почему? Потому что мы слишком много пробежали по низу. Так, пывня нужно грохнуть. Тихо, не пой тут нам тут песенки. Почему я решил прийти обратно по пути? Во-первых, то, что горит, нужно узнать, что горит. Во-вторых, нужно узнать, где что еще валяется. Ага, базучик сраный. Убьем из него, может, порох выпасть. Так, нужно левел апнуть. А тут людишек жарят, да? И не только тут как... Они, кажется, курицу тоже жарят. Интересно, она вкусная? Чё-то, мне кажется, нет. Ладненько, наверх. Так, здесь я видел вот там вот. Так, там какие-то красные сияния. Вот это меня немного напрягает стоять. О, стоять, житель. А что за красные пятна? О. Это человек. Был из Хирата. Я должен починить его память, господин Кура. Госпожа Эмма, а где другие выжившие из Хирата? Нас стало очень мало. Понятно. Мне жаль. Нет конца людским попытам последить дракона. Эти люди погибли из-за тех, кто прислал меня. Я так не хотел. Идет запись, все отлично. Я что-то подумал, что запись не идет. Память, господин Кура. Осталось очень понятно. Мне жаль. Нет конца. Так, эти люди погибли из-за тех, кто преследовал меня. Я такого не хотел. Все? Все? А почему? А, пробудить воспоминания. Нихера, тут коняшку немного кушали. Так, а где я, подождите, видел что-то ценное валялось? Или это были воспоминания? Или я что-то уже подобрал? Ладно, здоров. А, я вас знаю. А? Вы же тот господин Синоби. Я вас не видел с той самой ночи. Той ночи? Какой ночи? Что? Не помните? Нет. О-о-о. Ясно. Вы не помните? Господи, послушайте. А мы ведь с вами раньше того... Я тогда был вором. Но те дни теперь в прошлом. Теперь я честный торговец. Беда только в том, что я на мели. И потому мне ничего продавать. Добрый господин, не одолжите ли мне несколько монет тому, кто торгуется наладить? Я и для вас что-нибудь полезного подыщу. Вот увидите, припасу. А еще, думаю, я расскажу вам о той ночи. Что скажете? Хорошая же сделка. Ну, давай, в принципе, 50 цена купить информацию. Оплачено. Вот тебе немного. Спасибо, добрый господин. Теперь... Да, конечно. Той ночью мы с парнями взломались в поместье Хирата. Вы, конечно, не знаете, что семья Хирата из клана Асина. В обычное время варишек вроде нас было бы полураз... Так. Но так уже вышло, что мы туда взломали аккуратно во время битвы. Почти никто не взломал, самураев дома не было.
Отлично вышла возможность. Ну, поступил им красного петуха. Ну, пустили им красного петуха. И все. Тогда-то я и увидел вас. То ведь, как мне показалось. Вот и все. Что я знаю о той ночи, ясно. Да? Я вас сейчас такой же вид, какой был в нашей лесу в ту ночь. Вы по-прежнему что-то ищете? Послушайте, добрый господин. За хорошую цену я могу быть рассказать еще кое-чего дельное. Но не бесплатно. Я торговец, сами понимаете. Ну, давайте... А нет, денежки выше, я себе товар подкую. Жду с нетерпением, добрый господин. Так, мне, короче, нужно отходить было. За хавчиком. Так, давайте посмотрим, что у него еще есть по информации. Купить инфу. 100 сен. Блин, мне кажется, он просто меня обманывает и забирает мои денежки. Ладно, давайте, давай. Купить, еще давай инфу. Да. Я заплачу за информацию. Большое вам спасибо за помощь. Раз вы синоби, я расскажу вам кое-что так, инструментах шиноби. Что ж, видел я тут трубку, которая значит огнем плюется. Как вы вломились в поместье Хитара? Мой дружок стал... То сразу подрежь. Вот так, она огнем плюется. Так, заметка про огненный ствол. Так, потеряна записка от Ямана. Так, Янаямы. Так, кажется, ее... Так, написали несколько лет назад. Цена информации номер 36. Взломившись в поместье Хромата, мы нашли оружие, что плюется огнем. Парни зажгли им огромный костер, и у которых... Так, веселились и пели. Видимо, это оружие синоби. В поместье Херта есть трубка, стреляющая огнем. Я это учту. А, все, все, инфы больше нет. Ну, замечу, что мы что-то да и получили по инфе. Подслушать, вы. Не по душе мне, что это страхолюдин привели рядом с нами. Неохота мне лишиться руки еще до начала боя. На худой конец всегда можно прибегнуть к огню. Красный глаз что-то боится огня, так сказано в последней от господина. Послание? Да уж странно, как-то сильно говорит к войне. Я тебя понял, приятель. Значит, у нас что-то здесь да еще есть. А, значит, вот этот значок, это значит, можно их подслушать. Хорошо. Так, сначала сюда. Так, вот там вон храмики, видите? О, смотрите, а там пещера даже. Даже так. А мне туда просто так не попасть, походу. И это даже, кажется, у нас сокращение пути. Или типа того. Ладненько, сейчас замутим кое-что. Так, если здесь ничего нету... Будем... Опа. Плюс еще душа. Так, где-то... Вот ты, да-да-да. Так, дрожжи, хорошо. Дрожжи, анаше. А в прыжке, походу, сейчас еще... Ну, сейчас пока не могу, да, убивать. Да, то фигня опасная. По звукам. Так как оно боится огня, скорее всего, оно меня не тронет. Но оно довольно опасное. По внешнему виду. Мне кажется, оно вообще опасное, слушайте.
А у тебя защита скоро спадет, чел. А вот тут агрессивненький. Очень агрессивненький. Да, это типа мини-босса. Давайте от него подальше уйдем. А, так у меня выбора такого ж нету, да? Как-то не очень хочу к нему идти. Но придется, походу. Я понял. Ну, это типа, я понял. Тоже рейд врага. Он потеряет нас из виду, я просто подойду ему в спину и зарежу. На одну ячейку ХП. Давай, отворачивайся. Я знаю, как это все работает. Тут у нас не полноценный босс, а только рейд враг. Блин, почему рейд, я говорю? Вот так, раз. Оп, все. Он вошел в бешенство, как вы видите по глазам. Великан в колодах. Не-не, пацан, ты меня теряешь. Или ты меня не теряешь? Или ты меня теряешь? Пацан, пожалуйста, потеряй меня. А если я далеко убегу? Или у тебя ХП восстановится? Давайте, допустим, сюда уйду. К примеру. Пацанчик от меня взглядом меня сойдет. Я понял. Тихо, тихо, тихо. О. А нормально тебе, приятель? Тебе нормально? Я понимаю, ты гигант. Ой. Что? Как? Алло. Это нечестно, алло. Алло, ребят, это был... Верный волк, прими мою кровь и живи. Чё? Я выбрал правый, алло. Я должен был воскреснуть, алло. Что? Что это было? Что это было? Угу, я понял. А, все-таки я теряю, да, что-то? Денежку. Найс. Nice.
Денежки мне не верну, да? Он полностью озверел? Нет. Он не полностью озверел, поэтому мне кажется, он должен меня потерять из виду. А где он? А вот он. Не, подожди, ты меня не потеряешь из виду, я хочу тебя в спину атаковать, алло. Ну, короче, понял. Держу в курсе. Держу в курсе. Я не буду воскресать. Нет, 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 нет. Не думайте. Нет, нет. РБ воскресится. ЛБ. ЛБ. Вы знаете, что такое ЛБ? Левая клавиша. Вот. Я нажимаю правую. Вот, 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 вот. Я не знаю, вот. Я правую нажимаю. Почему он, типа, умирает? Что за бред? Нажмите ЛБ, чтобы сдохнуть. Левую клавишу. Алло. Как это вообще работает? Он, они у меня деньги... Они теперь мне денежки забирают. Ну, ты просто защищаешься, но... Вот этого нужно, короче, в агрессию пустить. Минус фляга. Ты вырвешься или нет? Я не хочу с тобой полноценно драться, чел. О, все, да-да-да, все. Нужно, короче, чтобы он оторвался. Он оторвался. Все. Он сейчас к нам подойдет. Только я все равно... Ладно. Окей. Ну, подожди, а кто меня здесь начал замечать? Здесь же никого не было. Петух? Да, походу петух. Все, он не видит меня. Так, так. И он убегает. Оп! А что такое? А что такое? А что такое? Не ожидал? А теперь мы уходим. А мы с тобой уходим, давай. Слышу, я говорю. О, нет! Нет, 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 нет! Вставай, вставай. Окей, типа, типа, окей, типа, 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 мы сдохли, типа. Ай, я понял. Воскрешение. Кровь божественного наследника дает возможность восстановить жертву, используя способность. А, то есть здесь я все равно, да? Давайте теперь попытаемся убить самурая. Этого я, походу, убью с двух ударов. Да, херово выходит. GG, босс. GG, босс. Жопа, 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 боль. Ну, блин, ну его хер заблокируешь, потому что он, типа, гигант. Невидимая помощь умерть, а вылежу половину.
Да, хорошо, что я все-таки сначала на этого напал. Так, теперь мне нужно показаться на глаза, чтобы он вот так меня заметил. Теперь мы сваливаем. Сидим в засаде, пока он не не оглянется. Нужно бежать, получается, по левой стороне. Изи. Тихо. Споймал все-таки. За что? За что? Он меня просто выбросил. Окей, я понял. Я знаю, куда его нужно завести. Нужно к тому этому, который мне инфу давал. Нихера себе, касценка? А почему я снова здесь? Вижу, ты очнулся. Похоже, судьба не угодна твоя смерть. Пока что. Это то же самое, что ли? Алло, почему я здесь? Или из-за того, что он меня выбросил? Пувертие резчиком. Откуда-то доносится болезненный кашель. Похоже, что кашляется человек, старательно так вырезающий статую Будды. Чтобы спасти от плактенгаря его душе, владение этим предметом снижает шанс на получение невидимых. Так, поверье, испуг, женщина. Откуда-то доносится болезненный кашель. Похоже, что кашляет старая женщина, которая беспокоится о своем дорогом господине. Владение этих предметом снижает шанс на получение невидимой помощи. Драконье поветрие. Чем чаще умирает тот, кто ком есть наследник дракона, тем больше помер распространяется болезнь под названием драконье поверье. Кашель и хрип доносятся отовсюду. Дает понять, что один из знакомых волка заболел драконьим поветрием. Что, блин? Чем больше так. Больных поветрий, тем ниже шанс получить невидимую помощь. Чё? Серьезно? Как так? Алло? Типа из-за моих смертей будет вздыхать... Я понял. Жители. Закрой глаза. Слушай, колокольчик. Алло, я что, виноват, типа, что меня убивают? Нет, я не виноват. Звон проникает в твои мысли. И пробудит ото сна белые воспоминания. Алло, только давайте не говорите, что, типа, они подохнут, и я потом вообще ничего не смогу сделать. Я игру не со... Прикиду, если здесь игра...
Потом нужно заново будет начинать, это жопа ведь. 3 года назад. Чё? Это как понимать? Короче, ребят, походу мы с боссом так и не сразились, а отправились... Мир духов. Но я все равно, видите, могу телепортнуться. Поместье Хитара. А могу я потом сюда вернуться? Да, давайте потом сюда вернемся. Поэтому сначала переместиться. Так, переместиться. Окраина Осина. Я потом сюда вернусь. Да. Я хочу сначала убить ту падаль. А потом сюда вернемся. Главное, чтобы мне это было потом доступно. Если нет, то я начну игру заново, окей. Ну, проблем. Быстро по фасту все пробегу до этого момента. Все были чик-пуки. Алло, освобождайся, давай. Если начнется, говорю, битва, я сюда его приведу, чтобы меня никуда не смог выкинуть далеко. Только мне жалко будет мужика, если его убьют, но не суть. Мне уже все равно инфы не даст. По идее. Так ведь? Так, ну я в скрытности нахожусь. А, я понял. Уже не в скрытности. Так, если он ко мне сюда идет, тогда пускай идет. Если нет, вали отсюда. Нужно следить за этим. Вот так ты тут близко вижу. Готов? Побежали. Сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Давай, давай, давай. Я не хочу, чтобы ты меня выкинул опять в кувет. А как он меня споймал? Вот, и в этот момент он меня выкинул. Вот опять, ну как ты меня споймал? Скажи, пожалуйста. Что за бред? Я не понимаю. То есть он меня все равно как бы ловит и убивает. Ло.
Ясно. Мне непонятно. Ладно, умрет старик, только будет жалко то, что я где-то там в триллере видел, что можно руку огнем покрывать. Ну, не рука, меч. Можешь попытаться первую фазу ему уничтожать. Давайте попробуем. А, то есть он меня сразу заметил, класс. То есть мне придется теперь целую, да, фазу уничтожать. Метай. А, привет, приятель. Идиотизм. Он меня вообще вообще уже увидел, то есть. Даже чтобы я не смог использовать первый тебя. Тычек. Чтобы использовать первый тычек. Давайте стоять, я же могу прокачаться, не так ли? У меня же уровень, алло, есть. Купить эмблема духа. А зачем я уровень повышаю? Что-то я не врубаюсь. Странно, это все работает. А, нужно в режиме скрытности было это делать. А нет. Так, пускай он идет. Кай топает. Все, он походу уже не топает. Хотя бы где-то здесь его нужно зажать. Эй, сюда дуй. Вот как он меня споймал? Просто скажите, как он меня споймал? Это было возможно вообще меня вот так споймать? Пойди же сюда. Ага, ага. Ладно, давай сюда, не надо мне там. Ой, кажется, он меня заметил. А что такое приятель? Бредятина. Так я убежал уже, ну блин, ну чё это... Что за фигня?
То есть, понимаете, он чисто на меня нацелен. Все, я в минусе. Пиздец. Не, я все-таки так подумал, давайте я, наверное, на этом закончу. Уже потому что время подошло к концу. Это просто. Так я не понимаю, как его убивать. Это жопа. Да, здесь уже есть штраф, здесь и по деньгам идет штраф, и по опыту идет штраф. Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.